Дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано у вас на комедийных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только даю информацию, вот рассказываю, где зарабатываю, я никогда никого ни к чему не принуждаю, я рассказываю, что во всех проектах есть риски. И если кто вот меня смотрит уже давно, я вам рассказывал то, что я люблю больше хайпы, и это вам говорит тот человек, который не очень любит смарт-контракты. И сейчас же я вам могу сказать то, что Gold City для меня номер один проект. Уже надоели вот эти скамы, вот эти быстрые проекты. И сейчас мы будем говорить про Gold City. Я вам рассказывал, из-за чего мне не нравятся смарты. Потому что большинство смартов это был такой мусор. Это быстрые скамы, это дырявые смарты. Это в основном такие смарты, где заходят на старте лидеры, которые забирают всю кассу. Ни в одном смарте почти практически не удавалось заработать. Были сейчас несколько там смартов, в которых я не заходил, которые неплохо работают, но хороших смартов очень мало. Если что касается вот хорошего смарта, то для меня, конечно же, лучше такой смарт, чем хайп. Потому что тут честно все, прозрачно, видно статистику. Видно кассу, и так далее. У кого не открывается ссылочка, для смарт-контракта, конечно, нужна очень длинная инструкция. Научиться делать несколько моментов. Если не открывается ссылочка, использовать VPN. Что такое VPN? Я думаю, вы должны знать. Это проблема, в основном у жителей России. Если не открывается, первое, нужно использовать VPN всегда. То есть к нему нужно уже привыкнуть. К сожалению, 21 век. Технологии должны идти вперед, но интернет почему-то идет назад. То есть для некоторых уже некомфортно куда-то заходить, всякие VPN и так далее. Но к этому нужно привыкать, ничего с этим не поделаешь. И второй момент, нужен MetaMask. Тут, если не ошибаюсь, можно есть Trust Wallet. Браузер Trust Wallet записывать ссылочку. Моя реферальная ссылочка будет в описании к этому видео. И я вам расскажу, чем мне так сильно понравился этот проект. Для меня сейчас будет один из основных проектов. Пока что ничего хорошего не вышло. Были фасты, были проекты. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал, чтобы узнавать о новых проектах. Я в этом проекте тоже практически с самого старта. Я за ним немножко наблюдал, но я всегда во всех проектах с самого старта. Хочу вам сказать, что скамы уже надоели. Я еще выбираю какие-то там фаст проекты, хайп проекты, я еще стараюсь выбирать, где админ рабочий. И даже среди того, что я выбираю, тоже нужна своя стратегия. У меня все люди зарабатывают в фастах, они вовремя заходят, вовремя выходят, быстренько зашел, прокрутил, вышел. Не надо там привыкать и любить какой-то проект, это очень плохо. Хоть это и плохо, но так или иначе человек все равно, если он долго в проекте, хоть что бы он ни говорил бы, кто бы ему что ни рассказывал, человек уже начинает любить проект. Он уже никого не слушает, он уже верит, что проект будет работать вечно. И такое тоже бывает. Допустим, какой-то фаст. Если он платит, там, как Green, там, тот же недавно еще был у него новый проект. Он платил недельки три. Я сам даже верил, думаю, чтобы он платил, чтобы он работал. Нам хочется этого, чтобы проекты вечно прям работали. Эта жадность, все больше и больше хотим. Сейчас расскажу вам про смарт-контракт. Я за ним наблюдаю, я за ним продолжаю наблюдать, и все отлично идет. То есть сейчас можно сказать тоже как самый старт, потому что тут доходность небольшая. Я вам сейчас показываю доходность 1,5% в сутки. Сейчас она чуть больше, поскольку можно купить один дом, тут стоит $10, если я все правильно понимаю. Если неправильно, поправьте меня. И сейчас 450, тоже вроде в чате видел новость, 450 максимальный лимит сейчас. Потом будет чуть больше. То есть сейчас даже проект, можно сказать, еще не стартовал. До этого люди так щупали, тестировали. И такие вот проекты, вот такие вот смарт-контракты, похожие. То есть некоторые работают с ними годами, то есть просто годами работают, даже не один год, похожие смарт-контракты. Люди там просто зарабатывают столько денег, это все не спеша развивается, это можно строить команду. То есть мне хотелось какой-то стабильный долгосрочный проект найти, потому что фасты фастами, постоянно скамятся фасты, копилки.
Да, штука классная, заработать, конечно, можно. Можно, если быстренько, ну, тут игра на скорость, просто быстренько нужно везде заходить. Вот, это такой смарт-контракт, больше как игра именно не на скорость, а вот именно стабильность, кто хочет чего-то вот стабильного. Вот сейчас вот $200, допустим, вот $200 у вас уже будет, вот, 1,52%. 1,5% в сутки, я вам хочу сказать, что это немного. То есть за месяц это у нас получается 45%. За месяц. Вот, за 2 месяца у нас окупаемость. И дальше вот тут очень интересно. Тут, кстати, если вы вот, допустим, партнерской программой занимаетесь, если вы еще приглашаете своих друзей, ну а если проект работает просто годами, там невозможно не приглашать. Даже если у вас нет каналов, если вы не блогер, просто приглашать, ну, невозможно не приглашать. Вам по-любому кто-то где-то в чате напишет, у вас какие-то есть соцсети, у вас какие-то друзья есть. Ну, по-любому у вас, даже вы будете ничего не делать, ссылку свою никому не давать, по-любому у вас будут партнеры, если это долгий проект. Вот, вот где-то с кем-то вы, ну, за год, ну, не может такого быть, чтобы вам никто не написал там в личку или там еще. И просто, если хороший проект, у вас будут и партнеры, и... можно заработать, конечно, очень хорошо. То есть, и с одной стороны, казалось бы, тут реферальная система дается для покупок. Тут реферальная система небольшая. Но, если посмотреть с другой стороны, то есть тут 6,3% дается на покупки. Но, если вот посмотреть с другой стороны, то тому человеку, который развивает команду, он заработать может больше, там, где дают там, 10%, там, процентов 5%, где дают там, целых там, 30%, там, к примеру, 40% на вывод. Лидеры, да, они все забирают со старта, вот, но потом проект быстро скамится, теряет команда, никто не зарабатывает, лидеры какие-то копейки заработали, тут же немножко, но зато оно потихонечку за год вот у вас просто колоссальный доход будет. Вы такой депозит сможете тут сколотить, что начать даже вот там с $1 люди начинают, там, понятное дело, что если вы будете выводить, вы будете на комиссии больше отдавать. Вот люди тут начинали, вот смотришь, там, с $1, и потом разгоняют свой депозит, там, к примеру, до баксов 500, до 1000, до несколько тысяч можно разогнать, если строить команду. То есть, это очень интересный проект, мне вот он нравится сейчас, потому что скамы уже этим приелись, вот эти все хайпы. Сейчас период сложный, конечно, я думаю, что если появится какой-то там топовый проект, эта индустрия немножко оживится. Но оно всегда синусоида идет, там вверх, вниз, поэтому это такое есть. Вот, как тот же фаст, который был вчера. Вот такое у нас сегодня был смарт-контракт. Я только рассказываю, где зарабатывать, это только лишь информация. Вот, вставляйте ссылочку в MetaMask, либо же MetaMask, если у вас на ПК-версии или на ноутбуке. Вот, тут ничего сложного нет, про VPN всегда помним. Вот такой вот у нас был смартик, я думаю, что... ну, будет он работать, вот, потому что много было дырявых смартов, там, BNB Mario всякие, ну, смарт уже проверенный временем, баланс растет, никто ничего не украл, потихонечку, не спеша покупают рекламу, развивают, большей частью, конечно, сарафанное радио, я так думаю, что даже, возможно, никто никого не покупает, люди, может, как-то там сами кого-то проплачивают, в общем, этого я не могу сказать, но потихонечку развитие идет, не спеша, потихонечку идет развитие. Вот, никто никого не кинул, лимиты потихонечку растут. А вам большого профита всегда, больших заработков. Ну и помним всегда о рисках, они есть везде. И до новых встреч!